Я помню, когда мы выиграли у Голландии, я был на концерте в Новосибирске. И помню, что до утра, что творилось в городе вообще, я не знаю. Я думаю, что в самом маленьком, спокойном, тихом городке было что-то неимоверное. И вот думаю, а что могло бы объединить нас? Все говорят, что нация раздроблена, разрознена. Что может объединить? Вот мне кажется, единственное, что может объединить вот так вот реально, это победа России в чемпионате мира по футболу. Мне скажут, да ты что, идиот, как такое может быть? У меня есть очень простое предложение. Оно будет стоить серьезных денег. Но объединение нации стоит дороже любых денег. Сейчас надо собрать большое количество квалифицированных тренеров по футболу. Вот найти где угодно. С других стран иностранцев. Нужно каждого школьника в возрасте 7 лет, а может еще 5 лет, проверить на какие-то функциональные данные. Быстро бегает, быстро соображает. Тем более сейчас же есть компьютерные игры. Если он умеет там соображать, как его надо вести, значит, возможно, что он в реальной там жизни сумеет. То есть на сообразительность, на быстроту реакции там и так далее, тестировать. Допустим, отобрали мы 100 тысяч. Вот эти 100 тысяч должны быть помещены в специальные школы. Их должны быть построены в каждом регионе. Через 5 лет, там, когда им исполнится 12 лет, от них должно остаться там 20 тысяч. Кто-то будет, ну, понимаешь, что не все могут быть гениями футбола. И вот так вот поэтапно они должны играть, должен быть развит обязательно вот эти чемпионаты самые разнообразные, они все постоянно должны играть друг с другом. Да, может быть, в ущерб в образовании, но что сделать, это национальная идея. И как к моменту, когда им исполнится 18, там, 19, 20 лет, да, то есть там через 11-12 лет, из них должно остаться там человек 60 мега-супер-гениальных футболистов, должны реальные три команды. И тогда уже на чемпионат мира, причем эта команда должны принимать участие в самых разных, самых разных там чемпионатах, кубках там и так далее. И к моменту вот через 11-12 лет они должны стать чемпионами мира. Я помню, когда я был еще депутатом, я провел небольшой кубок там имени Андрея Ковалева по футболу среди вот как раз что-то там 8-летних. И вот они стояли, несколько команд, и говорю, ребята, перед вами стоит огромная задача, вы должны стать чемпионами мира там в таком. Станете они, да, порвете Бразилию, да, порвете Германию, да, порвете Италию, да. Ну, такие боевые пацанчики. Куда это все потом девается, непонятно. Говорят, что да, вот в Бразилии солнце, в Италии солнце, и поэтому там вырастают совершенно какие-то другие уникальные футболисты. Ну, не знаю, в Германии там особо солнца нету там. Да, все равно футболисты сильные. В Англии тоже. Поэтому я думаю, что просто нету системы. Вот должна быть такая суперсистема, цель, которая оправдывает любые средства.